Здравствуйте, дорогие наши зрители. Мы тут с Ириной, будучи на первом этаже нашего вот этого магазина, наконец добрались вот такого у нас, ну, это наш самодельный такой вот шкафчик. Как раз под место мы его сделали. И в этом шкафчике мы храним энциклопедии, мы храним словари, то есть большеформатные в основном книги. Вот. И здесь вот они представлены. В принципе, многие достаточно интересные. Особенно здесь, вот, на мой взгляд, интересны. Это энциклопедический словарь. Это вот в трех томах, здесь два из них. Это большая советская энциклопедия, 50-е годы издания, 53-й год. Вот, это у нас получается от А до И, а вот это от К до П. Вот. Что еще у нас тут интересного заслуживает внимания? Вот эти энциклопедические словари юного зрителя, математика, техника и вот эти разные детские энциклопедии. Это тоже разных годов выпуска, это 10-11 томники. Плюс здесь представлен всем известный СЭС, советский энциклопедический словарь. И мы сюда, видите, по языковые такие большие словари тоже поставили. Ну и те энциклопедии, что попадаются, вот словарь по психологии, Ожегов, например, что еще, вот лексикология, лексикография, культура речи, это его отдельная работа. Ну и здесь у нас лежат, кстати, вот вы можете посмотреть, экспонат наш, пишущая машинка, книга рекордов Гиннесса, «Московия», и книги по краеведению. Вот такие вот фотоальбомы к 260-летию. У меня их раз, два, три, четыре, шесть штук. Господи, набрал. Если еще не это тоже. Да, семь. Это все вот 260 лет. Были еще там 270, 280 лет. И даже вот такой атлас Оренбургской области. Все это мы вот здесь храним, они по формату подходят. Ну и вот такое радио еще пока не выкидываю, может кому-нибудь пригодится, будет интересно. Вот такая полочка в нашем, а наверху у нас винил. Подальше, чтобы он там вот стоял, никто его не трогал, вот пока вот так. Продолжаем знакомство с полками нашего магазина. Смотрите наш канал. Пока.